Сегодня я попробую рассказать о таком замечательном металле, который называется турецкий, иначе крученый Дамаск. Почему его называют турецким, во-первых? Это одна из загадок исторического бытия нашего, потому что тот сорт Дамаска, который называют в Европе, исторически в Европе называют турецким, на самом деле делали еще римляне, и даже более того, еще в период эпохи Латена, то есть, ну, это порядка там 3000 лет назад. Вот. Самые первые документальные свидетельства, то есть уже археологические, которые можно подержать в руках и посмотреть, это 4 век, так называемые мечи из Недамской находки. Вот в этих римских мечах впервые применили дамасскую сталь, которая скована из нескольких закрученных прутков. После этого, там, на протяжении еще сотен лет, их делали кузнецы русов, викингов, ну и так где-то века до 12-го, наверное. Это было самым обычным делом вот во всех длинноклинковых изделиях, саблях, мечах, применяли такой технологический прием — скрутку слоистых прутков. После этого европейцы это дело забыли, еще лет через 200 начали воевать с Турцией и увидели, что турки, оказывается, делают свои сабли из какого-то оригинального дамаска с оригинальным очень узором. И они назвали этот дамаск турецким. К тому времени они уже забыли, что они его сами изобрели. И на протяжении, там, скажем, еще 500 лет, так за ним и закрепилось это название — турецкий. В советское время советские писатели ввели еще такой термин — розовый дамаск. Так называли. Вот римляне ковали мечи из розового дамаска. Почему из розового? Я тоже так задумался. Потому что он розового цвета? Нет. Потому что у него узор был похож на цветки розы. И вдруг оказалось, что турецкий дамаск тоже имеет такой же узор. Вот эта характерная особенность, вот такой оригинальный узор, мы попробуем оригинальную структуру металла, которая дает такой узор, мы попробуем сегодня сделать. Значит, нужно что подчеркнуть. В старые времена, действительно старые, там, в античные, в средневековые, никто никогда не использовал закрученный дамаск для изготовления лезвия. Но из такого крученого дамаска в обязательном порядке, как я сказал, вот на протяжении практически тысячелетий делали или обкладки на сабли, либо центральную часть мечей. Такое использование предполагает собой своеобразный химический состав этого металла. Я сейчас попробую показать. Вот я подготовил здесь пакет для сварки такого дамаска. Это обычный первичный пакет, состоящий из стали и чистого железа. Вот оно дает высокую пластичность, высокую вязкость и очень хорошо цвет красивый у него. Значит, поскольку эта часть не идет на лезвие, в нем должно быть понижено содержание углерода. Понижено это 0,3-0,5, то есть немножко меньше, чем в рессоре, ну, в пружине, чтобы оно было упругим, но в то же время при ударах не ломалось. Это основное его назначение – воспринимать удары и изгибающие нагрузки. Поэтому здесь в равных долях собрано чистое железо и сталь с 1% углерода, ну, в просторечии У10. 4 пластины стали и 3 пластины чистого железа. Опять сразу скажу, ну, в принципе, можно заменить чистое железо, ну, там, сталь там 0,8 кп, арматуры, У10 можно заменить там на обычную рессору. Все можно заменить, но нужно понимать, зачем человек это делает. Вот средний состав по углероду в этом пакете должен быть от 0,3 до 0,5. Все, сейчас я приварю к нему палочку, нагрею и под молотом сварю. Значит, на что нужно обратить внимание? Турецкий дамаск отличается тем, что у него очень малое количество слоев. Ни 100, ни миллион. Вот такое общее правило — от 3 до 10. Ну, в основном 5-7. Действительно, очень малые слои для чего? Чтобы была более-менее приличная толщина каждого слоя. Для чего это нужно, я объясню чуть попозже. Ну, а пока начнем ковать. Нагрели и посыпаем.
опять есть такой нюанс. Говорят, посыпать флюсом. Люди посыпают флюсом, и когда он еще насыпанный, когда он еще лежит горкой, пихают в горку, и он там остается. Вот надо дождаться, чтобы не просто посыпать, а чтобы были, он затек в щели между пакетами. Не посыпать, а покрыть. Такой вот словесный нюанс. Отрубил, мне не нужно сейчас столько много металла. И для ускорения процесса, кстати, есть такая вещь: каждый кузнец начинается с того, для чего он должен отковать себе клещи. Я отковал себе клещи спустя лет 20 после того, как начал работать. Я всегда пользовался или заводскими клещами, которые мне достались по наследству. А потом возникла такая традиция, кузнецы приезжали и дарили мне набор клещей, каждый. У меня есть клещи Игоря Пампухи, есть там петрозаводского мастера. Вот эти клещи мне привез очень хороший кузнец из Израиля, здесь была делегация. Сейчас мы расковываем полученный дамаск из 7 слоев в квадрат. Одно время я считал высшим классом расковать пруток как можно тоньше, там миллиметров 6, и вот его закручивать. Потом я понял, что, в общем-то, это излишество, можно и обойтись. Так, сейчас мы его разрежем пополам. Кстати, вот в дамаске одна из самых неприятных черт, то, что очень много вот такой тупой работы расковать. Один даже тульский кузнец там 25 лет назад сказал, что мы не кузнецы. Кузнецы, это которые розы куют, а мы кто? Мы плющим, мы плющилы. Расплющить пластинку, расплющить квадратик. То есть меньше формы, больше содержания. Так, сейчас я это дело разрежу пополам. Что мы сделаем сейчас? Сейчас мы их будем закручивать. Один пруток по часовой стрелке, другой против часовой. Так, опеньки. Опять характерный прием, в 19 веке уже просто подчеркивали, что закручивать настолько туго, пока металл вот еще чуть-чуть и начнет рваться. Это такой своего рода форс кузнечный, вот очень туго закрутить. Я тоже много лет так старался закрутить прям вот, но потом оказалось, что это не всегда нужно, а иногда и просто вредно. И закручиваем в другую сторону.
Отковали и закрутили мы два пробка в разные стороны. По часовой и против часовой. Клинок, который откован из одного закрученного пробка, встречается один-единственный раз, ну вот в известной мне литературе, я там за 30 лет прочитал много. Это описание английского капитана Багнольда, который служил в Индии, это середина 19 века. И вот там индусы отковали саблю из 30 закрученных слоев. Вот это один-единственный случай, другого больше нет. И причем у индусов было такое правило, они очень редко отковывали лезвие, они, как правило, ковали полосу и вышлифовывали. Для сравнения можно сказать, что один из современных производителей российских делает филейные ножи из закрученного дамаска. Он их именно делает из одного проточка и очень-очень тонко сошлифовывает. И тогда они обладают гибкостью и всем прочим. Ну, о причинах я чуть позже скажу. Если этого не сделать, разные металлы в дамаске, они по-разному себя ведут при закалке. Потом, после закалки и отпуска, в них происходит старение и так далее, и так далее. И вот если отковать вот такой клинок, то через год можно обнаружить, что он вывернут буквально винтом, то есть лезвие идет винтом. То есть как он повторяет винтовую линию закрутки. Вот чтобы такого не было, сваривают, например, два прутка. Один в одну сторону закручен, другой в другую. И они друг друга компенсируют. Турки в этом деле пошли намного дальше. Римлян, викингов, русов и так далее. Если викинги и русы отковывали максимум, вот, по моим, 5-6 прутков в одном ряду, а то турецкую саблю, которую я видел, там 14 прутков, сваренных столбом. В общем, это более-менее сложно. Ну, более-менее сложно вот представить, например, кузнецам, вот нам вот из таких прутков нужно сложить ряд из 16, да? Это вот такая узкая и высокая пластина получается. И чтобы ее сварить, ну, она развалится. Там есть технологический прием. Во-первых, когда современные немцы повторяют этот технологический прием, они набирают пакет из круглых прутков и сразу их проваривают. У этого есть большой плюс, большая степень деформации, то есть практически нет ни проваров. Но зато они и сваривают 3, 4, 5, вот 5 прутков максимум. Турки делали, вот они расковывали на квадраты или на пластины и складывали вот таким образом пачечки. Почему меня заинтересовала эта тема турецкого дамаска? Я очень долго ее носил, ну, так сказать, в голове. В начале там 90-х я побыл там в одном собрании, скажем, да, и мне показали, вот смотрите, две шашки. Вот советская шашка там 30-х годов, там казачья, там такая вот блестящая вся такая. Вот. И шашка такого же образца, там 800 какого-то там лохматого года, того же образца, да, но сделаны раньше, сделаны для какого-то там атамана. Я взял вот эту шашку старую, хопну, ты смотри, как легко гнется. Я взял точно такую же по размерам, скажем так, советскую шашку, армейскую, вот современную, из хромистых стали. Смотрю, а она гнется-то тяжеловато. То есть она именно что легко сгибается. Почему-то металл более гибкий. Это о том, почему применяется турецкий дамаск. Вот у нас такая вот закрученная по часовой, по винтовой линии. Вот закрученная в другую сторону. Вот с таким вот узором. Как образуется узор на турецком дамаске? Мы сварили, у вас всех на глазах, пруток с каким-то количеством слоев. Эти слои, мы их закручиваем, они идут вот так. Да? Там следующий выходит. Вот такой обычный косой узор получается. Это можно видеть на железочке. И что интересно, вот с той стороны, если нарисовать, как она вот так, показать штрих-пунктиром, она идет в другую сторону. Вот эти линии. Здесь она вот так, а с другой стороны вот так. Ну это вот можно винт посмотреть любой, да? Это значит что? Это значит то, что внутри этого бруска у нас узор другой. То есть у нас должен быть переход от этого к этому. Как-то оно должно там развернуться. Как-то должно развернуться. Просто берем и рисуем так, как будто мы сняли
ровно половину сошлифовали, например, да? Сошлифовали. Что у нас получается по центру? Какой здесь узор? И оказывается, что здесь у нас узор, вот эти линии, они пересекаются. Здесь она идет вот сюда, а здесь она заворачивает вот сюда. Здесь она идет вот сюда, а здесь заворачивает вот сюда. И вот эти вот так же идут. Образуя своего рода такой вот, своего рода крест. И это все повторяется. И когда мы берем два прутка, свариваем, закрученные в разные стороны, там мы уже не видим, какой в какую сторону закручен. У него узор в центре каждого прутка одинаков. Это вот такие вот элементы крестообразные. Что нам это дает? Вот почему турецкий дамаск, он вот такого вида? Там нет наружу, мы не видим вот такого, как говорится, забора, а только вот такой. Почему? Сварочные швы в Дамаске, они все-таки немного менее прочные. Но это каждого древесина, да, и вот если ее поперек волокон ломать, она легко ломается, а вдоль уже нет. И вот эти вот швы между слоями, если мы попробуем вот этот сейчас пруток сломать, он пошел, хук, и легко сломается. Вот именно по такой косой линии. Другая, в другую сторону наклоненная, не дает ему сломаться. А в середине, у нас уже вообще такая структура, где этого как бы и нет. Он плоский, он свободно дышит. Сейчас я вам покажу картиночку. В книге есть узор этого турецкого ятагана. Вы все можете это дело посмотреть. Вот он. Иногда его называют звездчатый, но это неправильно. Почему? Потому что вот эти вот кресты, они называют звездами. Ну, можно назвать звездчатый. Вот эти вот соприкасающиеся концентрические круги, которые похожи на бутонную розу, его поэтому называют розовым дамаском, не из-за цвета, а вот из-за такого. Но вообще это общепринятая терминология на сегодняшний день, это турецкий дамаск. Далее. Собираем мы вот эти пруточки, режем их там на 3 части, на 5, там собираем сколько надо, и собираем, что? Вот такой пакет. Видно, что здесь пластины, железо-сталь, откован пруток, закручен и сварен их 5. И мы видим характерный узор шеврона, иначе паркета, как угодно. Вот снаружи он выглядит вот так, но если делать из этого клинок, узор изменится. Сейчас я его покажу в другую сторону. А в середине, как я рисовал, там совсем другой узор. И вот на самом деле, если мы начнем постепенно сошлифовывать, у нас узор начнет меняться, усложняться, становиться более совершенным, более сложным, и, я бы сказал так, более свидетельство о более прочной структуре металла. Переворачиваем. Вот это у нас исходная толщина. Здесь я снял четверть толщины, вот на этой вот. А здесь ровно половина. Мы сейчас берем это железо и погружаем в раствор азотной кислоты. Белое – это железо, черное – это сталь. И вот мы видим, если по поверхности у нас шеврон, на одной четверти у нас начинают получаться какие-то искажения. Зачем тысячи лет вот эти вот ребята, которые ковали еще там вручную молотами, добывали руду из болот там тогда, зачем они делали это? И почему именно они делали вот так вот? И стремились сделать там, туго закрутить, там, подобрать наиболее чистые металлы. Ну, первый я сказал уже, что когда я брал две старинные сабли, одну, ну, сейчас уже старинную, одну советского образца там 30-х годов, другую там 19 века, то сабля 19 века гнулась легко, упруго. То есть вот легко сгибалась. А та, да, она тоже, чувствовала, она прочная, крепкая, но сгибалась с трудом. Почему? Вот берем трубу, обыкновенную трубу, да, и пытаемся ее согнуть. Ну, понятно, с мягким знаком. Достаем другую железную трубу и сгибаем. Диаметр одинаковый, толщина стенок здесь даже больше. Но это почему-то сгибается, а это нет. Ну почему? Ну, посмотрите, ничего не напоминает. Вот этот, вот он, пруточек.
Скажут, Леонид Борисович, ну здесь же, они же разрезаны. Да, разрезаны, здесь прослойки стали и воздуха. Если кого-то это коробит, ну давайте представим, что здесь не воздух, а пластилин. Да? И она тоже будет делать вот так. А потом возвращаться обратно. То есть разогнутая пружина, потом пластилин возвращает обратно. Или резина. Вот для чего делали все эти тысячи лет турецкие дамаски. Для повышения упругости изделия. Здесь у нас сталь, железо. Деформируется в первую очередь что? Мягкое, вязкое железо. А слои, которые там как раз идут вот так вот по спирали, они работают как стальные витки здесь. Я упомянул здесь резину. Да, вот понятно, если у нас это будет склеено резиной, да, эти стальные прутки, она будет точно так же гнуться, да, но она будет герметичная. То же самое. Вот можно сделать клинок, который будет сплошняком. Но там должны быть, ну, скажем так, резиновые прослойки. Чем отличается резина от стали? У резины есть такой показатель, и у стали, модуль упругости. То есть насколько возрастает усилие при деформации, ну, при отгибании на определенный угол. Вот у резины он что-то в сотни или в тысячи раз меньше. То есть резина просто легко сгибается. И вот существовали в древности технологические приемы, которые позволяли в стали изменить, снизить модуль упругости. Когда я разговариваю с этим ученым, они мне говорят, Леонид Борисович, вообще это не доказано. То есть вот да, это есть такая тема, есть там монографии на эту тему, но так, что вот доказано, замерено, и это общепринято, этого нет. Но я это, ну, считайте, что я это знаю. Да? И показываю рукой, вот в эту сторону можно идти. И применяются особые технологические приемы. Эти приемы, вот если посмотреть археологию, это применяли римляне, это применяли русы. Он и в Индии упоминался, я уже говорил о капитане Багнольде, и даже с этим образцом такого оружия познакомился сам царь, российский император. Когда он там гнул сабли и говорит, о, классно, как гнуться, и так далее, и наградил мастер. В общем, вот эта пружина, это объяснение, зачем мы крутим эти вещи. Для того, чтобы получить большую гибкость, большую упругость. Но, как всегда, всякую идею можно опошлить. Это не значит, что мы взяли какой-то любой дамаск, его закрутили, и он у нас сейчас будет гнуться. Скорее всего, я вот вам просто говорю, в 95% случаев он очень легко и быстро сломается. И все, и разломится. Потому что подбор материалов, подбор количества слоев, подбор конструкции клинка, все это увязано между собой. Это как бы я закрываю тему классического турецкого дамаска. Сейчас он, вот сейчас в том виде, в каком он есть, вот 7 слоев закручено, сварено 12 слоев, он практически не применяется. Отдельно мастера где-то там на Западе, там один-два мастера говорят, да весь как я могу, и вот что-то такое сделал. Сегодня мы что показали? Узоры образования, как получаются узоры, такие сложные, красивые. Вот, показали это технологически, и так, и вкратце объяснили, ну, показали направление, для чего это на протяжении 1500 лет, по крайней мере, применялось тысячами мастеров по всему миру. Спасибо. Дальнейшее развитие этой темы, так называемая крученая мозаика, крученый мозаичный дамаск, вот это я расскажу на следующем мастер-классе, если он когда-нибудь воспоследует.